Несмотря на проблемы со здоровьем, люди с инвалидностью имеют по-настоящему неограниченные возможности для реализации себя в творчестве. Во Дворце спорта «Видное» провели традиционный концерт «Город жизни», на котором выступили особенные ребята из инклюзивных клубов «Дорога в жизнь» и «Колорит». Мы очень рады поучаствовать в такого рода мероприятии. Мы участвуем не первый раз. В прошлом году мы тоже были, правда, немножко другим составом. Теперь мы набрали еще новых ребят, и они за полгода, мне кажется, показали просто потрясающие результаты. Русский танец в исполнении Ольги Варламовой вызвал восхищение и уважение зрителей. Аниматоры в костюмах поднимали настроение гостям мероприятия. Кроме того, для всех участников организовали творческие мастер-классы. Мы рисуем, делаем аппликации, клеим, делаем поделки из бумаги и из дополнительных материалов. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Карен Петросян вручил благодарственные письма тем, кто внес вклад в интеграцию инвалидов и привлек внимание общества к их проблемам. Кто может работать с такими детьми, не стесняйтесь, это очень приятно, и вы помогаете таким людям, и делать им тоже приятно. Завершил концерт участник клуба «Дорога в жизнь» Максим Панов с песней «Мы вместе». Он хороший пример того, что, несмотря ни на что, можно жить полной жизнью и не сдаваться. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех абсолютно с праздником безграничных возможностей. Ведь наши возможности колоссальны. Главное в друг друга верить, главное надеяться, и пусть все будет у всех хорошо. Спасибо вам. День инвалидов – напоминание о том, что рядом с нами живут люди, которым немного труднее, чем всем остальным. И наш долг – помогать им как словом, так и делом. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.